Ваня, а сейчас ты не видел случайно? Что сейчас? Отойдите, вот. Смысл угроза? Вы тут стоите оружием с Элиса. Алина, сядь в машину, просто уедь. Куда едем? Посмотрите, покажите мне регистратор, вы скажете, что у вас все записано. Кому вы что дали? 10 тысяч не платите за то, что мне машину сломали. Все, молодцы. Это Виторио Пригожин, это Пригожин Виторио. Привет, это Виторио Пригожин. Если говорить кроме шуток и брать данную эту нашу проблему, по федеральному закону запрещено иметь с собой контрабанду. У вас есть выбор, либо сесть в тюрьму строгого режима на 4 года, либо дать нам взятку в размере 200 тысяч каждому. Никакую, а в каком количестве, гражданин? Если не выражайтесь, пожалуйста. А за то, что не надо проносить запрещенные вещества с собой. Мы у вас их уже отобрали. Можете не смотреть. Так потому что мы их отобрали уже. Товарищ полицейский, который направляется в сторону центрального рынка, к обочине не прижимаемся. К обочине не прижимаемся. Прижимаемся к обочине, останавливаемся. К обочине не прижимаемся, сейчас откроем огонь по вам, гражданин. Вы чё, хотите, чтобы мы вас уволили или что? Из авто уходим? Из машины выходим быстро. Он вышел из игры. Боже мой. Какой Влад был. А как мы туда зайдём? Мы никак. Стойте. Отобрал у сотрудника полиции видеофиксирующие устройства и звукозаписывающие. Положил их в глянцевый пакетик, после чего запечатал его. Пройдёмте за мной. Но это наш напарник. Что наш напарник? Кто такой? Гражданский. Кто наш напарник? Джохан. Вы в себе? Гражданский наш напарник. За мной придёт. Напарник по несчастью, похоже. Да. Вань, давай, короче, стебём, а вот тут оставим, нахуй скажем, ожидайте. Ожидайте тут. Тут ожидайте. Все, поехали. Вы слышали, нет? Да я вас слышу, не надо. Так точно надо говорить. Чё, непонятно что ли? Или чё, сука, дебил ебаный? Ну, пошли. Как вы поступили? Какая рука РФ? Вообще, что вы несёте? Подождите, товарищ майор, потише, пожалуйста. Чего он огласит? Вы нарушаете 27. Чему он огласит, я вам вопрос задал. Она огласит ношение оружия в открытом виде. Я вообще-то товарищ ФСБшник. Федеральная служба безопасности. Что и что? Я имею право, мы вас задерживаем. Допрашиваем. Да, имеем право. Сейчас я вас сфотаю. Вань, подожди, дай я сфотаю, Вань, подожди. Давай. Сейчас я сфотографирую. Ожидайте.